И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю играть в House Break. Повторное мое второе прохождение. Беру, так сказать, реванш у игры. Я уже почти дошел до этого переломного момента. Давайте побеседуем с Рэйчел. Сейчас она... А, сейчас она ничего не скажет. Но, как я ей принесу эту пробирку, начнется вся эта заварушка. И она зачем-то две притащил. Несем ей. Сейчас все начнется. Вот, тащим ей пробирку. Так. А что сделать-то надо? Я забыл уже. А, вот. Rachel, will this do? Yes, put it there. You're in no shape to do this dissection yourself. I'll do it for you. Tell you what, you give me directions. I'm sorry, I can't be more helpful to you. Go to the operation table. Так, вот у нас загрузка. First, pick up the scalpel. Нам надо взять скальпель. Могу ли я отсюда вообще сейчас выйти? Кстати, если я поврежу эту штуку, то всего 5 останется. Но походу нет. Походу я не могу отсюда выйти. Ну, как тебе сказать? Так, что-то эмулятор. Alright. Start by making an incision along the abdominal line. Так, аккуратно вводим. Главное не заехать за эти. А, вот одну забыл. And open the chest. Вынимаем. Can you see the internal organs? See? Now. Да что ж такое-то? Now, remove the flesh-colored organ in the upper left quadrant. Be careful you don't touch it with the scalpel. Так, Себра все-таки лучше это эмулировала. Прям проглатывается. Меня это раздражает. Интересно, у Низерамуса так же? Что-то я не помню у него такого в первой серии. Я пока только одну серию у него посмотрел. Так, нет. Так, вынимаем. Transfer the organ to a container. В контейнер кладем. Ага. Have you got it? Next, take the red organ on the right side of the body. Pinch off the vessels protruding from the organ with the forceps. Так, берем эти ножницы. Сейчас будем отрезать. When you've done that, cut the organ out with the scalpel. Ох, это тяжелая работа.
Так. Вынимаем вот эту штуку и кладем в контейнер. Looking good. Так, дальше. Надо вот эту шнягу снять. Now, we're going to take out the brownish organ in the lower part of the body. Вот это below теперь. The organ, where it is attached. Вырезать, да? А, нет, скальпелем провести. Так, тут и тут. Замечательно. Так, берем и трансформируем. Надо вот это вырезать. Мембрана. Так, скальпель опять брать, да? Вот это сложно, конечно. Точнее, не то, что сложно, это долго. Лучше аккуратно вот так вот вводить, не торопиться. На самом деле, наверное, это моя одна из любимых головоломок. Ну, не то чтобы головоломок, а вот таких вот геймплейных моментов. Прикольная задумка. Ничего подобного я не встречал в других играх. Так, вынимаем. You've almost got it. Maintain concentration. Do you see the four membranes in the back, all opening and closing? Так, надо. Cut out the red vessel at their center, and be careful not to touch any of them. Не повредить орган. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Remove the vessel. Again, being careful not to touch any of the membranes. Чё не так-то? We need that red vesicle for the AP components. Put it in the protective case quickly. А, все, что ли? We've done it. Looks like this will work. What should I do next? This must be injected directly into the body. Так, сейчас нам будет выбор. What do you mean? One of us, either you or I, must be injected, and then have her blood serum taken as the component of the AP. Which of us will it be? И вот выбор, сохраняшка. Обязательно сохраняшка. В прошлый раз я Рэйчел выбирал, а что если выбрать Митуки? I see. I'm sorry, I can't be of any use to you. Чё будет тогда? Give me the ampoule. I'll do it. Это неправильный выбор? Take that to the pharmaceuticals lab. Put that together with the other pharmaceuticals we've gathered thus far, and you'll get the AP. Hurry before you get infected. And be careful.
Так, и таймер пошел. Времени на этот раз больше дается. На другой слот сохранюсь. О! А ты что такое? Интересно. Так, времени мало на самом деле. Надо валить отсюда. Сейчас тут будут всякие крокозябры. Тут никого. Окей. Я хочу пока просто проверить, где они могут быть. Могут ли тут кто-то быть? Это важно. На самом деле, это важно. Хочу просто пока понять, где водятся враги, пока идет таймер. Тут никого. Здесь тоже никого. Здесь никого. Так, а тут тоже никого, да? Да, тоже никого. Значит, сюда бежать смысла не было особого. Так, сделал я загрузочку. Ну да, чтобы не терять время. Выходим. Теперь проверю другой отсек. Вот здесь, например. Тут никого не вижу. Тут. Тут тоже никого нету. Понятно. Ибо теряю время. Ибо теряю время. Так, вздыхай давай, быстрее. Идем дальше. Тут кто? А, это... одна каракатица. Так, сохраняшку на другой слот какой-нибудь. Проверить вот эти комнаты. На наличие врагов. Просто проверить. Тут никого я не вижу. Тут. Тут, по крайней мере, никого. Эта дверь не откроется. Здесь. Здесь тоже пусто. Вроде бы. Ну да. Давайте тут проверим. Тут никого нету. Никто не водится. Дверь эта не открывается.
значит, делаем вот так вот. Загрузочку. Смысла туда бежать не было. Ага, крокатица. Убиваем ее нахрен. Давай, испаряйся. Так, идем дальше. Ах ты, сволочь. Так, я две энергии потратил. Так, ну ладно. Зато их убил. Идем дальше. Едем на лифте. Так, тут сейчас опять враги, да? Зомби. Зомби, иди нахрен. Так, зомби кончился. Так, тут сохраняшка. С целью проверить, кто здесь. Может ли кто-то быть? Никого нету. Так, мне надо, по идее, идти вот сюда. По идее. Может ли тут кто-то быть? Нет, тут никого нету. И хорошо. Может ли тут кто-то оказаться? Или тут вообще таймер сейчас уйдет нафиг? Нет, таймер идет. Но врагов тут нету. Мы проверим, конечно, сейчас все. Все досконально вот изучим. Потому что очень важный, ответственный момент. Выбор этот влияет еще на что-то. Комната охраны. Тут. Тут также закрыто, как и было раньше. Да. Времени остается все меньше. Никого же, да? Ну да, никого нету. Поэтому выходим. Так, а тут точно никого нету? Да я что-то не посмотрел даже. Не, никого. Ладно, окей. Окей. Зайдем в эти комнаты на всякий случай. Чисто ради эксперимента. Никого нету. Если зайти сюда, то что? Тут никого. Это возвращение в первый левел, по сути. Так, в кафетерию, если сходить. Ну, смысла нет. Нету тут никого. Да. Окей. Пойдем дальше. Дальше назад. Это мы к лифту пришли. Я думаю, на B5 спускаться смысла особого нет. Хотя давайте спустимся.
Проверить-то надо. Тут никого. Тут ничего. А, мне кажется, тут энергию подали. В эту область. Еще. Так, теперь на первый поднимемся. Я думаю, если я и пройду, то на две вот такие вот развилочки. На две такие развилочки. От варианта ответа. Опа! Что такое? Я не могу бегать, мне плохо становится. Ёлки-палки. Вот в чем дело-то, ё-моё. Мне плохо становится. Что мне делать? Так, может мне принять что-то надо? Что я могу принять? Это я не могу принять. Да, мне становится плохо. То есть я в себя эту штуку, что ли, вкачал. Времени становится мало. Ладно, я пока просто проверить. Загрузиться-то я всегда могу. Похоже, сдохнет главная героиня, если я не успею ей вкачать это вот все дело. Так, тут у нас, по-моему, наверное, ничего не будет. Тоже. Да, я вообще пешком хожу, осенило, тут времени вообще мало. Опа! А, нет, это я дверь открыл. Да, заодно посмотрим, что будет, если я вот не успеваю. Вот. Тут врагов не водится, да? Мне просто интересно, смерть будет или как? Наверное, смерть все-таки. Потому что я в себя это все вколол. То умирала она, теперь умру я. Логично. Все, я сейчас умру, давайте досмотрим. Ну да, это смерть. Настала. Game over. Окей, я понял. Я тебя понял. Так, тогда... Проверим другие места, но мне кажется, они не будут наполнены уже. Так, я думаю, я еще пока могу бегать, пока еще есть время, чтобы бегать. Когда не будет, тогда не будет. Теперь понятно, почему времени дается больше за Мицуки 6,5 минут, но все равно жестко как-то. Все равно как-то жестко.
никого? Никого. Тут по определению никого быть не должно, да? Ну да. Просто по определению. Так, бежим назад. Тут тоже вряд ли кто-то будет. Это самое начало игры. И лифт там не должен работать, кстати говоря. Если он сейчас будет работать, это будет странно просто. Хотя... Ну да, он не работает, естественно. Сейчас плохо настанет Мицуки, надо торопиться, блин. Проверить все эти комнаты. На самом деле их немного так осталось, вот. Давайте сюда сбегаем. Тут сохранялка вообще находится. Нет, тут никого нету. Можно к напарнику сходить. Там еще несколько комнат. Левел 4. Сейчас плохо станет. Будет очень плохо, на самом деле. Тут нет никого. Убираемся отсюда. Тут у нас что? А, понятно. Понятно, что у нас тут. Ну тут закрыто, да. Тут закрыто. Там, собственно говоря, ничего нет пока. Убираемся отсюда к черту. Сейчас будет уже плохо. Суки. Так, тут чё у нас? Тоже никого нету, да? А здесь? Это я пришёл к напарнику. Так же время не идёт. Get out of here. Идет время в этот момент. Нет, не сюда. Надо сюда пойти. Ну все, наверное, сейчас я загружусь, потому что смысла не было особого. Да, вот уже началось. Уже началось. Никакая аптечка на самом деле не поможет, наверное. Ну да, все. Все, эта дверь точно закрыта. Даже на надписи никакой нету. Ладно. Идем куда надо идти. Разве что здесь. Врагов не завезли сюда? Нет, не завезли. Сейчас будет жестко. На самом деле. Так, вставляем.
вот эту вот штуку, последнюю, и садимся за комп. Так, сохраняшка. Нет, фейл. Черт, давай быстрее. Да елки-палки, нет, нафейлил. Да нет же, блин, не успеваю. Да как так-то, блин? Опять мимо цели. А время идет. Да что ж такое-то? Ха. Странная ты хрень. Ты елки-палки. Не успеваю. Начнем с нуля. Да как? Нельзя ошибаться. Ты самый простой, на самом деле. Есть первый. Так, сохраняшка. Второй. Нет. Есть второй. Так, сохраняшка. Третий. Нет. Есть третий. Сохраняшка. Четвертый. Нет. Мимо. А-а. Нет. Загрузка. Есть. Пятый. Нет. Перебор. А-а. Да что ж такое? Да нет же. Не успел опять. Есть. Сохраняшка. Да, готов. Это вакцина. Куда ее тащить? Что, теперь обратно бежать? Мы бежим обратно. Чё, сейчас мне плохо будет. Надо быстро бежать. Бежим, бежим, бежим быстро. Опа. Сволочь, нельзя отвлекаться. Враги эти вонючие. О, хрен они вообще тут водятся. Чё, опять? Куда бежать-то? Блин, блин, блин. Вот сюда. Чё, есть враги? Нет? Никого не вижу. Похоже, что нету. Так, бежим. Женщине. Успели. Вроде бы успели. О, в... Время, кстати, ушло. Обратите внимание. Она что, умерла? Что, я могу сохраниться, типа? Мм.
Мицки, are you all right? Yeah, but I need that injection now. Я вот отдаю ей. How do you feel? Much better. I actually feel refreshed. Thank God. Oh yes, you'll need this. What is it? A sub cartridge for the AP. It's Muse standard, which means I think you can use it with your guns. I think you're right. I was only able to find 5, though. But I think there may be more inside. Thanks. I'll make good use of them. Are you all right? Yes. Are there still parasites outside? Yep. It's just getting worse. You went down below earlier, right? Yeah. Apparently, there's an apparatus for breeding life forms in the giant pool in the lower levels of this place. I heard something about it being hard to control the life forms that were bred in there. I wonder if maybe this accident wasn't caused by a life form in that apparatus running amok. How do we get to the bottom level? Deactivating the security system on that floor requires authorization from company headquarters. Which means we'll need communication with the outside. For now, let's go to the control center. My team's there. I figure it's got to be safer than this. Yes? Okay, I'll do that. Так, ну вот, мы спасли ее, по крайней мере. Она нам дала картридж. Это сэмпл. Нет, использовать его не будем. Я даже не знаю, что он мне дал, когда я его использовал. Вот этот вот образец. А на чем можно использовать картридж? Давайте пока сохранимся. Ничего пока использовать не будем. Так, мы вместе, что ли, теперь выходим? А куда мы идем-то? Да, это первый вариант прохождения. Окей, перезапишем его. У меня есть что на выборе, том есть. Быстрое сохранение на первом слотку. Просто его не удалять. Все нормально будет. Так, я хочу посмотреть, что это такое. Давайте я здесь сделаю быстрое сохранение на второй слот. Просто проверить, что это такое. И что это мне дало? Я израсходовал эту хрень. И... Эту я уже не могу потратить. До этого мог. Зачем? Спрашивает вопрос. Нет. Давайте вернем. Не хочу я тратить этот образец. Вообще непонятно для какой цели. Can shoot an apple sample. А вот это... Чё вот это тогда даст? А, стоять. Я использовал этот? Или я их смешал?
Возможно, я их просто смешал. Возможно. Но пока не хочу ничего трогать. Давайте оставим все как есть. Надо понять эту игру немножко. Немножко, совсем немножко. Пока пойдем по вот этому сценарию, что второй вот вариант был. Так. Что у нас есть? У нас есть Spark. Энергия, напалм. Repair kit. Кстати, сколько времени уже серии идет? В принципе, она долго идет уже. Так, а куда нам дальше отправляться? А-а-а, выходим. Ну что, вместе будем ходить? Мы подружками стали? Опа-на. Прикольно. Я тогда хотел бы все. Чего? Rachel has not it come. А-а-а. Я должен куда-то быстро бежать, что ли? А куда ее надо сопроводить? Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Ее надо куда-то сопроводить. Я должен спешить. Не понял, а что тогда? А что я должен сделать? Подождите-ка, подождите-ка. А что тебе надо? Не, ну компьютер мне не нужен. Надо тут что-то сделать, что ли? I'm sorry. И чё ты за мной ходишь? Чё тебе надо? Или это она меня просит смешать это, чтобы я, ну, это... сделал все-таки вот эту хрень. Я, в принципе, могу здесь выйти. Рэчел, да что тебе надо? Туда она не хочет ходить. Сюда она идет спокойно. А, нет, уже не хочет. Рэчел не идет, типа. А, может быть, надо ее водить за ручку? Пошли, Рэйчел. Да. Странная система. Давай, Рэй, подходи сюда. Я хочу посмотреть, что... Куда мне вообще тебя проводить надо? А, типа не сюда, да? Типа не сюда. А куда ж тогда? Неужели вот сюда? Да. Надо сюда идти. И чё? Опа. Нифига себе. Трачу патроны драгоценные. Так, сюда не надо. Сюда тоже не надо. Тут еще кто-то есть? Или всего одна хрень была? Так, может быть сюда? Что-то музыка прекратилась. Нет, определенно, вот сюда надо идти. И уже пошли вот такие мутанты. Они бы, кстати, как раз они были бы, мне кажется, сразу, по-моему, должны были быть. Так, они, походу... Ух ты, ёх.
смерти Рэйчел. Такой козлина-то. Идем, Рэйчел. Так, опять, да? Черт, он на нее охотится, сволочь. I'm sorry, извини. Это она мне то же самое говорит. Так, походу ее могут ушатать. Они на нее что-то агрятся все. Вот эти вот мутанты. Так, еще одна. Едем на лифте. На B2. Так, тут кто? Еще такие же, да? А, нет. Вот такие. Где еще одна? Где такая еще одна? Еще есть? Нету, что ли? Куда же тебя сопровождать-то? Нет, сюда ты не пойдешь. Однозначно. Сюда она тоже не пойдет. А сюда? А, вот сюда ее надо. А сюда она не пойдет, да? Нет, сюда ей не надо. То есть ее надо до начала игры, что ли, сопроводить? Забавно. Фух, никто тут хотя бы не появился. Так. Рэйчел, ты где тут? У меня всего один спарк остался. Есть кто-нибудь? Ты чё, блин? Чё ты такой мощный-то? Зверь вообще какой-то. Так, и где? Чё-то я потерял. Рэйчел. Пойдем посмотрим, что там. Так, неужели... О, еще одна. Ну, испарись отсюда, нафиг. Нет, не сюда. Может, в комнату охраны? Ты мне откроешь ее? Нет, не сюда. 100% не сюда. Даже не сюда. И не сюда точно. Точно в начало игры надо сопровождать ее. Заразина такая, ну. Интересно, как быстро он ее может ушатать еще. Так, у меня закончился этот снаряд. Что бы мне взять? Газ. Газ хорошая вещь, на самом деле. Давайте, допустим, напал будет, ладно. Тут тоже кто-то есть. А, напалм хорош против этих существ. Окей. Против них хорош напалм. Будем знать. Ганс так себе, на самом деле. Может, в кафетерию ее? Рэйч, ты идешь? Нет.
туда ее тоже не надо сопровождать. Так, надо самому-то подлечиться. Кстати, мне писали, что я могу осматривать трупы. Надо проверить эту феньку, кстати говоря. Где-нибудь. Вау, сколько вас тут было-то, а? Ребята. Так, идем дальше. Дальше идем. Тут что, тоже кто-то сейчас будет? Может, я вообще на B5 отправить надо? Неа! Она загородила мне весь проход. Так, тут кто-то есть? Что я могу с ним делать, кстати? Я вот хочу проверить, чисто вот ради эксперимента сделаю сохраняшечку. Вот что я получил, вот эту вот штуку. И? Так это же труп. Почему? А как его проверить-то? Погодите, погодите. Не так. Что-то не так. Так, давайте-ка... Тогда попробуем вот эту штуку применить. Неа. Значит, мы пока не можем этого делать, возможно. Возможно, мы сюда вставили эту штуку, но пока не можем. Ладно. Черт возьми. Продолжаем. Сопровождать Рэйчел. Иди сюда. Так. Сюда не хочешь пойти? Нет. Жалко. Жалко, что не хочешь. Ладно, идем сюда. Кто тут? Че, кто-то есть, что ли, из врагов? Да нет, вроде. Рэйчел, пошли. Тут кто-то есть? Нету. Никого не вижу. Так, мы почти пришли. Сюда ей не надо. Сюда она тоже не пойдет. Туда ей тоже ни к чему переть. Беги, беги, Рэйчел, беги. Нет, сюда она тоже не пойдет. Сюда хочешь пойти? Ты сюда не пойдешь. Собственно, наверное, и сюда тоже ты не пойдешь. Я вот в чем уверен просто. Ты сюда не пойдешь. Ха. Тут вообще другая надпись. Ты где? Она не идет, что ли, на лестницу?
подозреваешь? А, забавно, она даже не может сюда подойти. Видите, как отрезан путь? Не может она туда входить. А можешь ли ты вот сюда, например, сходить? Рэйчел, ты где? Нет. Сюда не может. А сюда? Почему бы сюда не сходить? Ну, тоже нет. Короче, ее надо к нашему этому товарищу проводить. Вот сюда. И что-то сейчас будет. Где? Где? О! Йоу! Well. Mitski, who is this young lady? This is Rachel. She's one of the research staff. I owe her a lot. What's the situation? Right. Come look at this. You've practically got it all fixed. Nice going. It's a patch-up job, but I managed to do a quick rebuild of part of the system. Looks like the communication room's power supply has been taken out, though. That'll have to be fixed directly. Would you help me out here? No problem. What do you need? Repair tools and system software. They should both be down below. Once you get the power supply fixed, reinstall the system software into the communication room's server. Then I'll do an emergency overwrite from the terminal here. Where's the cable? We're connected to the communications room by underground cables. You should be able to get there through the maintenance room door. Okay, I'm on my way. Watch out for Rachel. Don't you worry, just get going. Так, а Рэйчел с нами будет или она останется здесь? Я не могу с ним больше поговорить. I know where the damage is, but it looks like I'm going to need some parts. Мужик, я тебя еще раз достану своими вопросами. There's some kind of warehouse in the underground part of the facility, but the security system is high level, and I can't get in there. There's some kind of warehouse in the underground part of the facility. There's some kind of... Понятно. Ну и она ничего не хочет говорить. Так, он все открыл, он открыл подземелье. Понятно. Пойдемте сохранимся. Нафиг. Вообще, я не знаю, может быть... Все бы слилось бы в итоге в одно целое, если бы я, допустим, выбрал первый тогда вариант. Просто был бы риск умереть Рэйчел, как у меня было в первом прохождении. Да, я вообще там не знал, что делать. Давайте сохраняться. Так, а сколько у меня дисков? Айтемы,
42 штуки. Так, сохраняюсь я. Так, ну что ж, я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих сериях, когда я уже отправлюсь непосредственно в подземелье. Пока-пока.